Это гнездо, здесь собор. Конечно, перекреститься я забыла. Мы уже воды здесь набрали, здесь хорошая вода. И вот здесь трутовик. Трутовик, не знаю, как называется, но шикарный трутовик. Большой, интересный. И не один он. Их здесь много. А этот трутовик я палочкой подняла, пристроила обратно, где он и был. У кого-то руки сильно зачесались, они его и сломали. Ну, такой народ, ломать не строить. Вот. Здесь еще очень большие трутовики. А это вот красивый такой трутовик, но я не знаю, может быть, это был плоский. На нем рисуют трутовик художника, трутовик русский гриб. Вот такой вот он. Вот. В трутовиках, к сожалению, не разбираюсь. Мне просто очень интересно. Их очень много видов. Они все такие интересные, все такие разные. И все такие лечебные и полезные. Но русский дурак, мужик, только разбивать, а применять не умеет. Не понимает, ничего не знает. Вот. Этот уже трутовик поживший, много повидал уже на своем веку народу. Но кто-то его все равно сбил. Вот. Красота, интересно. Плоский гриб трутовик я пробовала на вкус. Он не горький. Остальные трутовики я пробовала на вкус горькие. Здесь очень хорошее место, Гнездово. Вот такая березовая роща. Красиво. Ну что ж, всем пока.